приветствую вас. Давненько не делали влогов, и я хочу вас познакомить с моим товарищем. Его зовут Аперик. Аперик. Да. В общем, это один из их проектов, его и его брата. Мы уже сделали сегодня такой полноценный обзор. Может быть, он уже есть в эфире, так что проверяйте в разделе видео. Сейчас буквально вот вокруг немножечко пройду, чтобы вы заценили вид этой сумасшедшей Нивы. Ну, проверяйте раздел видео, там все в подробностях про эту тачку узнаете. И сейчас мы приехали в тюнинг-сервис, где строится еще один проект Аперика и его брата. Проект Блатанин-1. Давно делаете его? Уже лет 5-6. Да ладно, ничего себе, почему так растянулось? А потому что много что ходило, и многие не брались. А, понятно. В общем, смотрите, здесь уже сделано лютейшее расширение. По-моему, с каждой стороны там сзади по 15 сантиметров или по сколько? Сколько? 10-сантиметровая просадка. А, да ладно. Очуметь. Вот сцены это у нас, что здесь по размеру получается? 20-е. Ну и что, какие у вас планы по ней, что это будет в финале, там по мощности, по... По мощности 100, клепсия здесь 50 двигатель. То есть коробка Lexus здесь 50. А, здесь от Lexus мотор уже стоит? Все стоит. А можешь показать, пожалуйста? А что это? Цвет фиолетовый такой будет, да? Да. Ага. Это от AS250? Да. То есть это у нас Atma, силенок где-то 200, да? Что-то в районе 200. 215. Ага. Соответственно, на заднем приводе будет? На заднем приводе, да. Слушай, ну она будет очень шустрая на этом моторе. Главное, резина широкая, зацеп будет. Да, зацепом точно. Коробка. Проблем не возникнет. Что по салону планируете? Ага, то есть будет такой сток-лук внутри? Будут ковши стоять. Угу. Сзади два ковша в стиле Panamera. Офигенно. Так такая посадочная формула 2 плюс 2 будет, да? Да. Ой, вижу, вы уже воткнули люк сюда. Да, панорама. Ага. Ничего себе. Да. Что самое сложное было из того, что уже было проделано? Или все было сложно? Все сложно. Потому что русская машина все делается. Очень сложно. Арки есть. Слушай, ну расширение, конечно, вообще. Я некоторое время назад видел в Москве, по-моему, у Степы Крумилова была копейка с расширением оранжевого цвета. Не знаю, видел, не видел. Там тоже такое приличное было расширение. Вот, но больше я таких не встречал. Это расширение еще долго делалось. Оно из металла прям, да? Офигеть. Угу. А, и здесь тоже сделали расширительную часть. Вот эту дверь, я понимаю. Офигеть. Также будто очень дверей стоят. Угу. Спереди, сзади. Да, друзья, вот сейчас есть возможность посмотреть на проект в его середине, так скажем. Что, можно закрывать, да? Да. Окей. Ну что, как думаешь, когда вы сможете завершить его по оптимистическим прогнозам? 4 месяца. Угу. К лету, да, уже сделать? Офигенно. Хотел бы вас познакомить с Антоном. Он является руководителем этого места, которое называется True Parts. Антон, что вы здесь делаете, что у вас здесь происходит? Мы ставим пневмы, винты, тормоза, кастом-киты необычные. Вы делаете машины ближе к земле? Да, это ваша основная сфера, проблема. Да, то есть мы делаем машины ниже. Ну, как раз у вас новая опять сейчас в работе, да? Да, агресс на пневму, будет американское управление, стойки BC Racing, на датчик высоты, все будет там в топе. Круто. Копейка. Что здесь вообще, вот какой у вас спектр работы именно от вашей компании? Значит, приехал на подвеску с тормозом, угу. Заднюю все передвигали на подвеску, все ставим блоки новые, все рычаги новые, все там привели в порядок. Тяжелый проект для вас? Да нет, обычный проект. Понятно. Спереди настроили, чтобы машина правильно поворачивала, потому что это было сделано все колхозно. Угу. И сейчас занимаемся тормозами. Соответственно, спереди поставили изначально вакуумник 750 BMW F02. Угу. Давай в задней части пройдем. Так, что еще? Могу показать даже сравнение вакуумник бывший. Был и стал. Ага. Вот, почувствуйте разницу.
потому что как бы, тормозить будет. Да, соответственно, планируется, что у нас спереди будет шестипоршневые суппорта от Range Rover Sport. Угу. Почему именно от Sport обычно? Нет, от Вага любят брать. Ваг такого нет у кузова. Он называет просто Range Rover. Бог это имитация. Не, я имею в виду обычно от Вага автомобилей берут. Ваговские. Да. На самом деле у него больше поршня, он более мощный. Угу. Плюс ей нужно, чтобы был визуальный эффект, а они сами все больше. А, ну да, здесь как раз, да, все на масштаб делается, да, как мы, да, видим. Соответственно, у нас шоу-кар, он должен быть эффектный. Отлично. Будут вставные ротора нашего производства, соответственно, будет вставные центрами. Что, как ты сказал? Ротора. Ну, то есть алюминиевый центр и угу. Ротор там. А, все, шоу-кар. Понял. Угу. Армированные шланги, все делается на заказ. Переходники нашего производства, мы этим занимаемся. Как бы у нас угу. На любую машину можно делать тормоза. Сзади будут стоять 4 поршня, будут опять же вставные ротора, будет работать ручник, то есть все функционировать, все не только будет визуально, но и будет работать. Отлично. Что материалы мы все используем, как бы самые топовые, то есть и диски, и колодки, все Америка, все бренд, угу. Все в Англии, там, допустим. Материал дается на стали, алюминий, анодируется все это дело от соли, от российских условий, то есть все как бы угу. Сделано так, потом увидите результат. Отлично. Антон, спасибо за подробный комментарий. Ссылочка на ребят будет в описании. Заценивайте их страницы. Так, Антон, здесь у вас что за красота? То, чем мы занимаемся, крепеж, адаптеры, проставки, угу. Цвета спортов. А это что такое? Мне это напоминает, знаешь... Кексы. Да. А, это для кексов, что ли? Да. Прикольно. Это пример про цветов. А, понял. Спорта. Суппорта. Вон там сможешь пробовать смотреть. Дюрекс, надежные суппорта. Конечно. Безопасность во всем. Вот переходники нашего производства. Делаем на любую машину. Все пробировано. Алюминий, сталь, шланг алюминиевый, Гудрич. Ну и суппорта, соответственно. Что, как можно сделать... То, чем мы занимаемся. Да, красота. Пневмо, подушки, угу. Датчики, управление, аккумулятор. Все для примера. Супер. Поставки, все. Спасибо, Антон. На этом мы завершаем влоговую зарисовку вместе с Апериком и с их проектами. Внизу в описании оставлю ссылки на страницы ребят, чтобы вы могли следить в подробностях за тем, как они работают и по проекту их Нивы, и по проекту 2101. Так что проходите в описании. Аперик, тебе, да, обязательно подписываемся. Тебе ставим большое пояс, спасибо, да, за то, что вкладываетесь в отечественные модели и делаете такую вот красоту. И напоминаю, что обязательно проверьте в разделе видеозаписи, может быть, там уже есть обзор вот на эту чумовую Ниву. Все, друзья, на связи. Все,